Azizxan! Azizxan! И начался замес в зале. Ты спас скорую. Можно я зайти? Мы тебя пустили. Ты зашел. Ты представляешь, что случилось? Друзья, всем привет, это канал «Живая сталь». Только что произошла массовая драка между персидским дагестанцем, Чоршабе, Калмыковым. Было очень все много, мы не все успели заснять, но кадров достаточно. Исплачай, Азизхан! Брат, ты че, успокойся, брат! Азизхан! Зачем устроили массовую драку? Когда вы приходите с друзьями, и они, здесь всегда происходит пизделка и кипиш, братан. Все выходят на улицу. Представители всех командовского на улицу. Все. Все, никаких разговоров, ребят, давайте всех на улицу. Димон, если ты хочешь, погнали, пройдем, я сейчас тебя проведу, пошли. Пойдем, меня никто не трогает, не понимаю, все нормально. Пойдем со мной, сходим, там Дима боится дойти до этого, до машины. Да? Пойдем, чтобы его не это. Никто не трогал, блядь. На входе вообще надо обыскивать, блядь. Ну что за хуйня? Ножи, блядь, стволы, блядь, охрана. Ну ебаный рот, вы их обыскиваете. Ну вам реально говорю, пиздец, блядь. Вы даже не обыскиваете нихуя никого. Все, Димон, давай, вон твоя тачка. Гранаты там. Пиздец, блядь. Слушай, а что случилось? Нахуй? У кого что увидел, ты мне можешь сказать? Да там уже, я не знаю, там у персидского дезинстанции были еще у кого-то, у кого нож, у кого-то стволы. Вот, пацаны даже, да, Димон, скажи, блядь. Спасибо. У всех там, блядь, надо смотреть, их, потому что хуйня какая-то, пиздец. Пацаны, стволы, ножи, хуйней всякой, блядь, достаются. Они не вышли. Никто не надо выходить, блядь, мы пришли на спортивное мероприятие, нахуй здесь устраивать что-то, бро. Гранаты там взял, пистолет. Ну вот это вы здесь выясняете. Вы это здесь выясняете, а не где-то. Ну нахуй это надо там, пиздец. Там люди сидят, братан, вы кидаетесь. Ну зачем это, блядь? А здесь кан красава, блядь, стулья нахуй. Где он? Да все он там сидит, не трогайте вы его. Где он сидит? Я что-то все пропустил. Он сидит внутри. Что произошло? Я видел, я ничего не видел. Я видел, когда они стулья начали кидаться. Бро, ножи тоже на свои, ну вы ебанулись, убирайте эту всю хуйню, ножи и все. Чехол это? А, это чехол? Да. Ну, значит, а где нож? А нож потерялся? Это было так же, как муляж граната, с которой перс приехал. Ты слышал уже эту историю? Пиздец, блядь. У него был муляж гранаты, блядь. Да? Муляж гранаты. Ну, то есть, это пиздец. Потом посмотрим. Там есть мои удары ногой? Не, у меня тут, я, прикинь, типа, снимаю, потом смотрю, блядь, я не снимаю. Но у меня тебя все есть на другой камере. У меня на другой камере все есть у меня вот здесь. И это что получается? Сейчас бои не идут, что ли? Ты моя нога есть здесь? Да все с теми же на манеже. Артур, твоя есть. Эй, Артур, твоя Спарта есть. Скинешь? А хуй вам, блядь, скинешь. Скину. Хочешь драться, дерись в ринге, не зря говорил Fight Night. Мне показалось, что на него напали сзади, на перса. Мне так показалось. Потому что стулья, вот этот, потому что там был, да? Реально на него сзади напали. Нет, это хуёво. А там еще что-то, погнали. Что-то. Давай, бегом туда. Все, 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 все
на улицу. Сейчас пацаны дерутся. Всех на улицу! Ой, блядь. Савина подставляюсь. А что за хуйня вообще была? Что там было? Опять все. Все те же? Да. Все те же. Ну, в общем, вот так, пацаны. Что там, нормально все? Моргену не попало ничего? Заявись. Ну, просто сегодня какой-то просто комбинейшн. А что, вы тоже поучаствовали в пизделке, да? Не, нормально все. Ну, ладно. Я просто выхожу в зал, потому что я слышу какие-то крики, смотрю, как выводят. Не слабо. Да я же не могу связать. Куда? Да я знаю. Вот помнишь, где я сидел, так слева столы? Слева вот так слева стол, а телефон сзади написано «Сутки наши» на телефоне. Где именно сидел? С какой стороны? Слева вот зашел и влево. А ты что за нас не спрягался? Я вообще не помню, что там было, шибанулся. Я даже не знал, что там персидский Дагестан сидит. Да нет, ты сам кайф. А что было вообще, расскажи. Я только стулья, только Азизхан стулья кидает, говорю, Азизхан, успокойся, ли. Не, я просто так ногой кому-то три раза сюда. Своему, ногой своему. Не, я вижу тренер, так тройку дал, я ему уже бок. Перси на дне тоже. А, брат, очки не сломай. Бля, нашего пацана избили. Подожди, давай, пусти нас. Меня ударил. Я один зашел. Ну, один зашел. Я поговорил с Робертом. Я решил с Робертом. Брат, по-братски, пусти нас. Да. Сколько хвост? Один хвост. Или вы просто... Что-то ты делаешь. Пацаны, не заходите, не подставляйте охрану. Как тебя зовут? Сюда. Как тебя зовут? Там, там закрыт полностью. Толпой не будет. Аппарат туда пошел. Ты понимаешь, нам всех отсюда будет. Ты с ним пришел? Пацаны, вам никто его не даст. Поговори с ним. Чтобы толпой не было. Смотри, сколько вас. Не будет толпы, один пусть ходит, один не будет. Мухаммад, ты подставляешь всех. Ты подошел, ты попросил Сулянова, можно я зайти? Мы тебя пустили, да. Ты зашел. Ты представляешь, что случилось там? Ладно, я пробегу. Ну так же не делается. Там ничего не случилось. Пока ничего не случилось. Что, вторая массовая драка. Как ничего не случилось, если... Не надо туда выходить, куда вы идете? Там вы, блядь, 100 человек, куда вы уходите? Что было, я даже не видел. Сначала, я тебе расскажу. Я видел только стулья. Сначала Мухаммад... Камыков. Да, Камыков на улице подошел к машине и начал газовать с ребята. Мы первые не начали, правильно? Потом команда Чорша начала газовать на команду Мухаммада и начался замес в зале. А потом команда Мухаммада Кокова подошла к креслу комментаторскому Мухаммада во второй раз. То есть это уже третий конфликт, но во второй раз Мухаммад газовай. Вот. А второй этап? А в четвертый раз уже подошел менеджер Зафар, и между ними начался замес, потому что... Все, пойдем. Закройте дверь. Дверь закройте, чтобы они не видели. Кардио, не надо никуда выходить, ёпки. Я вам говорю, вообще, в принципе, на улице. Друзья, вот так происходит. Бывает такое, но ничего страшного. Сейчас команда Камыкова, Чоршанбе и так далее, все ждут персидского дагестанца на улице. Но я думаю, что это не лучшее решение, решать там проблемы где-то на улице и все такое. Вот у нас боец, эрланец, сегодня дерется в главном бою вечера против Никиты Вражбитова. На короткое уведомление. Вышел на короткое уведомление. Как ты считаешь, ты должен сегодня выйти? Ты веришь вообще в свою победу? Да я заряжался, как не знаю. Нет, кто. Ответ, конечно. Ты веришь, да, конечно, и хочешь победить? Да, конечно, это ты большой шанс. Ты понимаешь, что если большой ты сегодня бой. Выиграешь Никиту Вражбитова, то у нас с тобой будет очень большая, хорошая карьера. Да, и будут бабки, куплю себе бэху, а потом сожгу ее. Это человек, который, чтобы вы понимали, живет за 400 километров от Красноярска. Ему, чтобы добраться до Красноярска, надо потратить 10 часов. Он там пасет куру. Чего только нету. Его историю увидите на хардкоре. Обязательно ссылочка останется.
Боец интересный, дрался много где. Многие организации хотели его получить, и сегодня оказался в хардкоре. Ну и, в принципе, мы надеемся, что у него... Короче. Привет, меня зовут Артем Тарасов, это канал «Живая сталь». Как вам бои «Хардкор FC MMA»? Жестко, жестко, очень опасно. Опасные ребята. Что еще сказать? Ну, вам нравится или вам страшно, когда вы смотрите? Если честно, я даже периодами пускаю слезу, когда вот прям слишком жесткий удар. Ну что, друзья, вот он, хедлайнер сегодняшней серии. Это Никита Ворожбитов, он дерется с... Володей Ирландцем. Разница 40 килограмм, наверное, да, Лео, сколько? Каких 40? Там 50-60, но разница 25-24 килограмма. А сколько у меня, 65 или 70? Он 75, 50, 70, да? 75, я 100, да. Но я набрал сейчас пятерку. Это ему лучше, так я чисто хавал сладкое просто. Как набрал? Живая сталь, там все дела? Не, у меня живот чисто. Я чисто расслабил. Я диету держал, на зил готовился, а потом знал, что на зил сломался, я начал хавать и просто расслабился. Я так чисто на приколе выхожу. Что, как настройся не очень? Да, там без шансов вообще. Думаешь, все выиграешь легко? Да, блядь, не думаю. Слушай, ну ты там... с Назиром говорил, что ты не понимаешь, как он будет с тобой драться. Назир – это соперник очень серьезный. Ну, Назир – это Назир, а тут Володя. Тут как бы без шансов вообще. Как бы, что, вы хоть на руках, на ногах, на коленях, на борьбе – вообще шансов нет. Да, думаешь, что если выиграешь, вообще пиздец. В каком раунде планируешь выиграть? Ну, посмотрим. Не хочу загадывать. Ну, досрочно точно будет, 100% досрочно. Я могу сразу его выиграть через 30 секунд, я уверен. В общем, возьмем у него интервью еще после боя. Слушай, ну сегодня же еще будут супер бои звезд. Никита Ворожбитов будет драться, кстати, с ирландцем. Видел ли ты этого эпатажного ирландца, который живет, блядь, да, где-то конечно, там? Да, конечно, я его знаю, он же у тебя на кулаке дрался, я за кулисы снимал, у тебя на кулаке с ним общался. Но я считаю, этот бой неравноценный. Думаешь, что Ворожбитов пройдет? Ну, братан, по габаритам, да. Ну, посмотрим, потому что ирландец обещал. Я не знаю, ну, нельзя недооценивать. Бой есть бой, это 100%. Там все, что угодно может произойти. Но все-таки это не кулачка. Тут тяжелее какую-то дуру донести. Ну и плюс рост, вес. И Никитос провел последний бой очень уверенно, очень хорошо. Поэтому мне кажется, все-таки, ну, как бы тут, наверное, 90-10. Только что мы разговаривали с твоим соперником, он сказал, что просто без шансов, я даже не готовился его размаживать ни в борьбе, нигде, говорит, у него нет шансов тебя выиграть. Что ты ему скажешь на это? Ты же был в Красноярске на Сибириан Пауэр Шоу? Да. Три боя за два дня. Ну да. Только один соперник был моего веса, остальные больше. Они все говорили, что у меня тоже нет шансов. Какой итог? Три боя, три сухих победы. Ты планируешь выиграть, короче? Да, конечно, конечно. Сделаешь все для этого. Несмотря даже на то, что это хайповый, это достаточно хайповый бой, это получается главный бой вечера у нас. Да. С Никитой сигаретой это плохо, слепота будет, но мы курим. Так что, несмотря на это, что я могу просто выйти, блядь, лечь, мне деньги заплатят, я кайфану в Москве, но нет, я понимаю, что, ну, надо газануть прям, чтобы, блядь, порвать просто все силы. Буду пробовать новое, там, опыт, тем более есть. Последний бой у меня был 2 недели назад против типа 117 килограмм, бой с ним. Да, бой с ним провел, и, по сути, можно сказать, что это типа спарринг перед вот этим боем. И как бы те ошибки все я учел, все учел, я видел бои Никиты Ворожбитова, как бы, ну бьет пацан, бьет, что, все мы бьем, все мы, блядь, рубимся. Ну извини, я 12 лет рукопашкой, не для того, так. Да, не для того, чтобы все накидать отзанимался. Так что, Никита Ворожбитов, мы поговорим и с тобой, с Володей после боя. Не надо бороться. Зачем вы борешься? Зачем? Вот, хорошо. Не трать силы. Не трать силы. Ручками, Володь, ручками все. Спрятал. Володь. Блядь. Слушай, ты вызвал на бой сейчас Колобка, и что ты думаешь, реально с ним подраться, с Колобком? Ну, я тебе скажу, с ним не то чтобы реально, 90% есть того, что мы с ним подеремся. Просто есть то, с кем я разговаривал с Хардкора, и все, огонь.
Ну, будем надеяться, что твой бой состоится. Жалко, что сегодня такой дебют получился, но габариты как мой, говорится, имеют. Опять же, моя ошибка. Ничего не буду говорить. Опять же, моя ошибка, блядь. И в ударке нормально. Зачем в борьбу полез? Опять, ну, блин, не знаю. Нахуй, у тебя так всю жизнь. Нормально работал. Ладно, друзья, это Володя Ирландец. Он подписал контракт на хардкоре. Теперь мы будем видеть часто в хардкоре. Надеюсь, следующие бои нас будут радовать. Хоть сегодняшний бой тоже был достаточно. Ну, тоже, извини, пожалуйста, на коротком уведомлении после ну, другого конечно, боя. За 3 дня там но... и 100 килограмм разницы. Такое тоже бывает. Но у Сибири похуй, они выходят. Да, промокод ванвин. С кем хотят. Все, ну что, братва, пишите вам, как вы думаете, кто прав, кто виноват? Как вы думаете, почему произошла эта драка? И что это могло быть? И нужны ли такие драки в промоушенах? Все-таки вы их так все любите, хоть мы все их и ругаем. В общем, друзья, мое мнение, я не знаю, что было, из-за чего было и как было. Единственное, что со мной всегда моя камера, которая успела все это заснять. Всем спасибо за просмотр. Подпишись, поставь лайк.